Графит, мы уходим, скоро вернемся. Ну и куда это вы собрались, еще и без меня? А мы тебе не говорили, что ли? Аквамарин и Лазурит пригласили нас в свой кинотеатр, мультики посмотреть. Эти двое пригласили вас... Ага. А почему меня не пригласили? Потому что, если тебя цитировать, от этих мультиков и потупеть можно. Ну, деградация — это тоже эволюция. Ладно, идите. Спасибо. Но если что-то случится... Сразу звонить, мы знаем. Ох, нехорошее у меня предчувствие. Ну вот мы и здесь. Почему вы так долго? То есть приветствуем вас в домашнем кинотеатре у Аквазулита. Вам выпала уникальнейшая возможность лицезреть эксклюзивный и нереализованный эпизод одного из самых известных сериалов Никелодеон «Жизнь и приключения...» как там дальше? «Жизнь и приключения «Жизнь и приключения робота-подростка». Да, как он сказал. Но мы смотрели все эпизоды по миллиону раз, включая пилотный, и никогда не слышали про секретный эпизод. Ну, так я ж говорю, настолько секретный, что никто никогда о нем не слышал. Но специально для вас мы его откопали. Звучит вполне правдоподобно, мы согласны. Отличненько, прошу в кинозал. Вот слабоумные. Лазурит, надеюсь, ты не забыл о плане? Сначала мы показываем этим двум секретный эпизод. Они шокируются. Затем мы тихонечко пробираемся в их дом, вырубаем умника и забираем все их имущество себе. Я гений, гений, гений! План-то я помню, а вот про гения слышу впервые. Погоди-ка, это же эпизод из второго сезона. Какую-то халтуру подсунули нам. Ну чего ты так сразу? Может, это удаленная первая версия? А, точно, прости. I guess you could say that when it comes to fighting earthlings, we rock. Вот такого я не помню. Since you ruined our favorite hotspot, it only seems fair that we get to ruin this. You wouldn't like my... Бог алчности и подлости, 9 букв, 1 А. Ну, ваши варианты? Может быть, Асмодей? Нет, буквы не подходят. Ой, да бросьте, это не так сложно. Гроссуляр, ты, может... Что-то они задерживаются. Может, случилось чего? О, Графит, может, ты знаешь? Не тронь его! Не видно, что у него глубокое горе! Спасибо, лунный камень. Я, пожалуй, за ними пойду. Вот, вот это правильно. Ступай! Welcome aboard, Jen. Boy, you won't believe the day I've had. Всё, шедевр анимации закончился, хорошего понемножку. Как впечатление? Есть, мы ввели в когнитивный диссонанс. Бежим скорее к ним в дом, пока не очухались. Приветствую, я пришел забрать своих друзей. А что с их лицами? Это мой дармоедик Фокус такой. Сейчас мы тебя ему научим. Меня нельзя бить в очках. Минутку, у меня есть топор. А, у меня топорофобия, валим. Они такие смешные. Осталось только разобраться с вами. Да, помотала вас жизнь, ребятки. Серафинит? А ты что тут делаешь? Поддерживаю друзей в трудной ситуации. А, понятно. Вот, чтобы еще хоть куда-нибудь без тебя, Графит, никогда. Это правильное решение. Но что же было на той кассете, что они вам показали? О, это не описать словами. Представь самое жуткое и злобное зло на всем белом свете и умножь на бесконечность. Типа того. Какие же тайны ты в себе хранишь? А, давайте ее посмотрим. Нет! Ну ладно.
Я прошу прощения, что тут смешного? Ну помнишь тот кроссворд? Бог алчности подлости 9 букв пера. Ну? Так вот, слово аквамарин подходит. Мораль этой истории... Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Забейте.